В рамках культурно-просветительского проекта «Земляки» 22 ноября филиалу Донецкого республиканского краеведческого музея, военно-историческому музею Великой Отечественной войны, были переданы орден Красной Звезды и медаль за боевые заслуги, принадлежавшие ветерану Великой Отечественной войны Александру Павловичу Бондаренко, уроженцу города Донецка. Передача исторического наследия состоялась в рамках историко-мемориальной акции «Награды через время и расстояние» под руководством Министерства культуры ДНР. Это преемственность поколений, эти награды, которые сегодня пополнится коллекция краеведческого музея, она дорогого стоит. В связи с этим хочу пожелать всем нам, чтобы такого рода находки все чаще и чаще появлялись у нас в музее, появлялись у нас в республике. Отметим, что награды проделали огромный путь, прежде чем достигли родного края. Инициатива передать свидетельство воинской славы ветерана Александра Бондаренко Донецкому музею принадлежит Эдуардо Крузу, ювелиру из Мексики, который уже более 12 лет занимается возвращением подобных воинских реликвий родственникам или музеям. Содействие в доставке наград оказал общественный деятель и товарищ Эдуардо Круза, корреспондент телеканала «Russia Today» Роман Косачев. Он купил эти награды в ломбарде в Киеве через онлайн-аукцион. Он их как-то чистит, реставрирует, по номерам находит владельцев и затем их возвращает. Родственников мы не смогли найти этого воина. Ну, все получилось очень хорошо, мероприятие состоялось, и награды Бондаренко уже теперь будут Донецке навсегда и будут радовать и, надеюсь, также учить молодое поколение о истории своей страны. Столь ценный вклад в фонды музея, а также открытое имя нашего соотечественника в масштабе истории теперь будут в надежных руках. Каким образом его награды попали за границу? Ну, теперь остается только гадать. К сожалению, мы неоднократно сталкивались с тем, и в 90-е, 2000-е, когда, увы, не очень благодарные родственники просто их продавали. И вот теперь действительно человек, живущий в другом полушарии, мексиканец, настолько проникся нашей историей, историей войны, что решил делать доброе дело, возвращать эти награды на родину. И вот теперь награды удивительным образом, действительно, через два полушария, с помощью многих людей, попали и в наш музей, за что мы этому человеку бесконечно благодарны. Анна Триксель, Владислав Лем, Новороссия ТВ.